Привет, дорогие друзья! Вот и пришла очередь видео про 6-батареечный маглайт, который я обещал вам. Пришла вот такая вот чудесная диодная лампочка под него. Есть у меня вот такие вот замечательные переходники с батареечек 2А на D формат. Есть у меня вот такие батареечки ПАЛА, мы с вами заказывали. Вот, и одна вот такая батарейка, потом расскажу, для чего она. Итак, ну давайте начнем с самого-самого простого. Можно повставлять до щелчка в переходники, вставляем аккумулятор. Главное, чтобы они у нас не укатились сейчас. Вот. Так. Есть. Аккумулятор мы подготовили. Один убираем. Многие гадают, почему. А переходников у нас 4. 5, прошу прощения. И одна батарейка. Оставлю небольшую интригу, потом вам расскажу. Давайте к самому интересному. Я хотел вам показать, как он светил до, как он светил после. Но, к сожалению, когда снял и протестировал, мы просто откручиваем стекло, снимаем отражатель и видим вот такую вот лампочку. Вот это колечко вокруг лампочки, оно выкручивается. Ну, вдруг кто-то выглядит, это примерно вот так. Колечко и лампочка. Лампочка фирменная, написано Maxell 1 КО. Наверное, 1 килоом, что ли. Вот, но лампочка приказала долго жить, поэтому мы ее не потестим. Ну, горела она, кто видел в работе эти фонари, горела она ужасно. Честно вам скажу. Вот. Заряжаем новую. Стоп, на колечко, фиксатор, накручиваем, возвращаем, оно подпружинено, возвращаем отражатель и крышечку, силиконовые кольца, все это надо желательно обработать графитовой смазкой, ну, в принципе, мочить его никто не планирует, поэтому, так, это у нас... Что касается верхней части. Задняя часть. Вот. Потихоньку начинаем заряжать наши с вами подготовленные аккумуляторы. Почему именно в таком формате? Потому что батарейки формата D не всегда подходят. Не ко всем, точнее, не ко всей технике подходят. Нужны они только мне лично, только в этом фонарике. Стоят они дорого. Аккумуляторы D-формата стоят тоже недешево. А вот в формате такого переходника в самый раз. Итак, вернулись мы к тому, почему использовал я последнюю батарейку. Я, может быть, один аккумулятор возьму. Или усовершенствую переходник, потому что немножечко не попадает пружина на задник. На задний аккумулятор он проскакивает внутрь. Вот, если это показать вот так ближе, это выглядит примерно вот так. Поэтому, не заморачиваясь, мы ставим этот аккумулятор и закручиваем крышечку. Сейчас, секунду. Оп. В итоге что мы получаем? Мы получаем довольно яркий луч. Действительно, практически ксенонового цвета. Я попробую добавить несколько фоток в вечернее время, потому что видео, как правило, фонарик особо не покажет. Только с фотоаппарата подстраивать диафрагму, подстраивать выдержку. Но
Что я вам хочу сказать? Светит он очень прилично. Дает очень хороший луч. Он позволяет регулировать как засветку, так и хороший луч. Вот, поэтому, конечно, удовольствие не дешевое. Лампочка стоит порядка $10. Ну, аккумуляторы даже говорить не стоит. Аккумуляторы стоят, по-моему, около 6, но они пригодятся вам где угодно. Поэтому, а вот эти штучки, они прям копеечные. Ссылочки, конечно, на лампочку, на переходники, на аккумуляторы я дам вам в описании под видео. Ну вот, собственно, и все, друзья. Следом постараюсь добавить несколько фоток, для того, чтобы вы увидели, как светит луч. Ну, так ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего, пока. Вот так, друзья, светодиодная лампочка и новые аккумуляторы подарили вторую жизнь этому замечательному фонарику. К слову, длина тоннеля 98 метров. Фонарик дает уверенный луч. Ссылочки на все, что было использовано, я оставлю в описании. Спасибо, друзья. Пока.